Після Саурмогили 79-та бригада мала тримати під контролем україно-російський кордон. Сокіл, Браво, Граніт – висоти, де закріпили свої позиції десантники, в тому числі і підрозділ Андрія Лівецького. Наша задача була, от ми вели інженерну розвідку всіх маршрутів видвіження колони вдоль границі, прикриття всіх колон, от які продвигались далі вдоль нашої через ріку Міус. Переправа, которая была внизу, без которой невозможно было пройти дальше в сторону Изварин, то Красноармейска туда, потому что единственное место, где наши войска могли пройти. И вот это наша задача была прикрывать вот всю границу до самого Изварина, чтобы наши войска могли дальше проходить и продвигаться там, закрепляться. В тому місці, буквально за 1,5 кілометра від кордону, було безліч доріг сполучення з сусідами. Саме цими шляхами з території іншої країни постійно йшли колони ворожої техніки. Средств у нас для їхнього подавлення і уничтожения поначалу не було, потім к нам прийшла на допомогу самоходна батарея 72-ї бригади. Тоді механізована бригада. Потім ми вже могли уже работать эффективно, но приказано открывание огня по этим колоннам у нас, как всегда, никто не давал. А почему? Почему? Наверное, была какая-то определенная, да, вопрос этический, наверное, какая-то была определенная, может быть, какая-то договоренность или были чьи-то интересы. Огонь уже давали нам открыть тогда, когда уже пыль как бы от колонн уже оседала, и там никого как бы уже не было. То есть таких моментов, конечно, все знают, война такая штука, что по ней очень много. Можно говорить и спорить, почему так, а почему не так. И, может быть, чьи-то интересы там более важны в тот момент решались, чем как бы судьба нашей страны. Певний час військові мали можливість виконувати свої завдання, а потім їх взяли в оточення. Чи не цілодобово обстрілювали градами. Хлопці мали координати, звідки стріляли, але відповісти не могли. Не було наказу. Дня не было без того, чтобы там рота просто сидела в окопе и наблюдала там за территорией противника. Хотя товарищи россияне, буквально до границы там было 1,5 километра от наших позиций, они, наверное, выезжали, никого не стесняясь, там, в составе там, батальона, роты, разворачивали свои боевые порядки. Перед нами отрывали окопы, устанавливали свои орудия, махали нам своими флагами, там, стояли десантники, такие же, наверное, как и мы. Своим флагом нам там махали и показывали, а потом буквально сворачивались там в течение часа. Приезжала батарея градов, которая не стесняясь вот так вот стояла, которую мы даже видим, стоит посадки, и по нам начинает работу. Згодом ворог перекрив нашим військовим всі шляхи. Вивозити поранених та вбитих вже можливості не було. Когда уже были в окружении, как бы мы не могли своих людей никуда не передать никому, потому что к нам все пути были отрезаны. То есть договаривались с русскими пограничниками, которые отдавали им своих убитых и раненых, и они передавали уже в районі Григорівки, вже на нашій території, нашим пограничникам. З росіянами доводилось постійно контактувати. Для наших хлопців все, що відбувалося на українській землі, це трагедія. Для них – буденність. Наче і немає війни. Приїжджали туди, на їхньому блокпосту, на пропускний пункт таможений. Тобто вони приходили, общались, как бы все нормально, как бы нічого нету, що там, сигарети, конфетку, то есть, как бы, как бы ничего абсолютно не происходит, такое ощущение. То есть с нашей стороны была злость, готовы их там были их там рвать, стрелять, то с их стороны это все было как бы мир, жвачка и все хорошо у них было. Был один такой случай, что когда из очередных вот таких вот выездов на границу на передачу, они одного из наших сержантов забрали с собой. И как бы неделю мы о нем ничего не знали, где он, что с ним, ни связи, ничего с ним не было. По его словам, он тогда просидел там где-то у них там, в каком-то полицейском участке, там, допросы какие-то, ну все культурно, без насилия, без давления, просто какие-то обычные беседы. Справжня війна відрізняється від навчань на полігоні, втім саме теоретичні знання допомагають зберегти життя під час бойових дій. Ще, наверное, ще нам потрібно продумати програми, щоб це все вдосконалювати, тому що це реально потрібно. Без тих навиків, які ми б, якщо б ми не займалися б тут, там би ми б абсолютно, наверное, нічого б не змогли б зробити в там, ті ж самі перші дні війни. Чому? Тому що та ж сама організація блокпоста. Ми виїжджали. То есть не нужно было там ходить каждому рассказывать, как сделать, как подойти, куда поставить там пулемет, куда поставить там
там, гранатами останками, да, то есть как бы люди все были обучены, все были как бы уже знали, что делает, как бы рота работает как механизм, как часы. Есть люди, которые были, знаете, как-то по характеру такой спокойный, его ничем нельзя не зацепить, то есть он такой. Там он наоборот, там он возрастает над кем-то, то есть становится более как бы более подвижный, более у него там работает голова, он в это как бы попадает, знаете, как будто в свою среду попадает. А некоторые, которые там были, кричали, да мы, при первом же бое, как бы люди угасали, сдувались, и потом с ними очень тяжело, и я считаю, в тот момент таких людей нужно, наверное, от подразделения, скорее всего, убирать. Потому что это постоянно идет подбивание, давайте убежим, давайте уйдем, давайте не пойдем, давайте не будем. И реально один-два человека могут подбить целое подразделение, вплоть до того, что не выполнить какой-то там элементарный приказ. Хоча й вони бувають різними. В той час українським військовим надходило багато наказів, через які можна було залишитись без голови. Коли наше підрозділ, непосередньо дві висоти, попали в окруження, коли к нам ні допомога не прилітала вже, не прилітали ні вертольоти, там, ніхто к нам не їздив, то все повністю було закрито, розбито у нас повністю там все вооружение. Коли вже став вопрос, що робити далі? То я дальше или отходить к своим, или куда-то прорываться, потому что уже нечем было отвечать даже. Стрелковое оружие, которое там у нас, там автоматы, у них элементарно уже не было просто патронов. И позиция, на которой мы занимали, это были каменные такие вот, как бы скалы вот такие, да. То есть там лопаты, и абсолютно ничего не можно сделать, когда еще не было таких боевых действий, приезжал экскаватор военный, который там буквально там полметра мог прокопать, и все. Все остальное все долбали ломами, кирками, чтобы как бы себя укрыть. То же самое деревья, чтобы делать какие-то перекрытия. Там практически то же самое у нас в округе там как бы и не было. То есть мы там ездили, спускались там в маленький лесочек внизу, там вот это рубили какие-то ветки, и это все делали перекрытие. И когда стал вопрос, что делать уже, потому что уже все было, техника побита, все уничтожено, как бы. Был такой приказ со штаба был приказ. Уходить на территорию Российской Федерации. Был приказ через вышестоящее командование, чтобы я уводил роту в Россию. Как бы там в то время очень много было подразделений, которые переходили туда, и потом их возвращали уже как бы на нашу территорию. Но, во-первых, я сам бы себя, наверное, никогда бы не уважал бы за такое действие, и все мои подчиненные, думаю, то же самое, это, и никто бы туда не пошел бы, в ту Россию, как бы там тяжело нам в тот момент не было. Тоді у людей вже не було де ховатись. Техніка понівечена, бліндажі напівзруйновані. Потрохи стали переміщуватись на іншу висоту. Браво! Пішов приказ мені відвести роту на пропускний пункт. Ну, це те ж саме було б убійство, тому що просто нереально було дійти до нього. Не те, що там на ньому закріпитися. Тобто там сиділо там 10 пограничників, які вже там було все згоревше, все розбите. Я вже ближе к вечору поступив приказ. Это в августе, да, было? Да. Поступил приказ одного из командиров наших, как бы, отвода на вот этих раненых, контуженных моих все роты в тыл наш. И тогда пришел приказ такой, что, ну как пришел, позвонили, сказали, выводи роту, ну как бы мы такого приказа как бы официально не даем. И тогда было принято решение, мы на, я уже не помню, 4 БТРа было. Собрали всех раненых, контуженных и попытались уже, тогда тот момент мы даже не представляли, как можно было выйти, потому что мы сидели в полном окружении, там село Мариновка, Степановка, там Красная Заря, все было под, как бы под противником, и нам уходить это было только единственный вариант, это там, через территорию России, как говорит, по нулю, по вот этому, по зоне разграничения. Мы спустились туда, сделали там небольшую как бы переправу через эту речку, вот эту Миус. Когда мы начали проходить этот участок, который реально был самый опасный, нулевку. Уже нулевку, да, уже навстречу со стороны украинской территории шла колонна техники перехвата нашей, скорее всего, колонны. Тогда было принято решение, впереди которой машина шла, как бы в дозоре. Свернули и практически по русскому селу мы на этих машинах пошли в сторону Григорьевки, тоже пропускного пункта. И это единственное, наверное, что нас тогда спасло, что уже как бы они уже прекратили огонь, уже не стреляли, как бы, потому что уже как бы свое село, своя территория.
Андрій Лівинський родом з Луганської області. Коли почались події в Криму, багато говорили про те, що хвиля може дійти до Миколаєва. І Андрій відправив дружину з дитиною на малу батьківщину. Знав би тоді, чим закінчиться його турбота. Потім, коли все перевернулося з ног на голову, що Крим, зрозуміло, все віджали, залишили там наші тільки блокпости, сім'я оказалась вже за лінією фронту. І то час, поки ми знаходились там в зоні АТО, это были постоянные звонки, от моих, уже даже не могу их назвать знакомыми уже, на то время знакомыми моими, с угрозами, что вот мы знаем, что твоя семья здесь, мы за армию там ЛНР, давай мы тоже знаем, что ты там то-то-то, давай к нам, мы тут тебе и посаду, мы тебе тут и все, постоянно шло вот такое, знаете, давление с их стороны, постоянно шли звонки с территории России. Понятно, что они представлялись нам или кем угодно, представлялись нам и теми полковниками, и все. Просили дать и коридор. И то же самое, они пошли угрозы в сторону моей семьи. Там, и уже тогда я уже реально уже не знал, что делать, как их оттуда достать. И уже через хороших уже знакомых, их там окольными путями, через Харьков уже вывезли уже на территорию, уже сюда уже к нам в Николаев. Постійні думки про рідних. Чи зможе він їх забрати з Луганської області на мирну територію? І хоча ця історія закінчилась добре, було дійсно важко. А ще надзвичайно важко – втрачати товаришів. Коли от мені подзвонили і сказали, що мій сержант Татаринов не просто там буквально 10 хвилин не довезли до Дніпровського госпіталю, це реально це була пропасть, це був якийсь шок, ми просто… Реально сидели и плакали, хотя бы взрослые, да, там дядьки все такие, уже встрелены, но это реально была большая потеря, и до сих пор это, понимаете, это, как будто было вот буквально сегодня, там все стоит, реально стоит человек перед глазами, и ничего не понимая, что дома у него семья, дети, и человек реально остался после первой волны, когда вот эти все практически разбежались, когда был первый набор по мобилизации, и вот это вот реально страшно. Довгі тижні на кордоні, постійні обстріли не закінчились для Андрія добре. Важка контузія, тривале лікування. Він повертався до зони проведення антитерористичної операції, але ненадовго. А згодом Андрію Лівинському запропонували перейти на службу до 198-го навчального центру військово-морських сил. Тепер офіцер навчає молодь. І там його бойовий досвід неоцінений.